Завершилась в ноябре 1944 года. На 3 месяца позднее, чем должна была. Когда мы отправились на Окинаву, тот аэродром стал одним из главных наших преимуществ в этой кампании. Среди дислоцированных там войск были черные кошки ВМС США. Эти ребята были готовы пожертвовать всем, лишь бы не бросить нас на произвол судьбы во вражеских водах. Устанавливай связь. Майор Гордон, обнаружен объект. Японское торговое судно без опознавательных знаков. Пункт назначения неизвестен. Вероятно, они поставляют снаряжение противнику на Окинаве. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Подтверждаю. Эти суда — часть вражеской боевой машины. Разрешаю открыть огонь. Конец связи. Вас понял. Лафлин, Лок, по местам. Начинаем наведение на цель. Открыть огонь! Второй круг. Вас понял. Не говорите, что мы потеряли пулеметчика! Он в порядке! На кой ляд такого сюда столько оружия? Парни, видно, у них нет. Нужно спускаться ниже линии огня артиллерии. Не могу как следует прицелиться. Понял. Они открыли пулеметный огонь. И спать от этих пиратных ветеров. Не представляют наибольшую угрозу. Риск слишком высокий. Сворачиваем операцию. Нет, мы справимся. Прямо надо мной треп в космосе! Катер выведен из строя! Опускаемся. Лок, Лафлин, продолжать огонь! Стреляй по этим драным прожекторам! Ты понаделал дыр в этом стане! Еще немного, и мы стреляем! Максимально близко. Пора завязывать. Это последний круг. Ты
семеро забрались. О, да! Они идут ко дну. Отлично, Лок. Ты спас немало жизней на Окинаве. Здесь нам больше делать нечего. Набирай высоту. Возвращаемся на базу. Вас понял. На последнем заходе нас подстрелили, Блуд. Подтверждаю, Хаммерхед. У вас тут второй двигатель задымил. По приборам пока не все критично. Думаю, мы продержимся, если больше не будет сюрпризов с противником. Вот черт! Капитан, мы приняли сигнал бедствия. Флот был атакован на пути к Окинаве. Они вызывают поддержку с воздуха. Половина кораблей уже идет ко дну. Как минимум один транспорт уже пошел ко дну. Ясно. Лок, задраивай под фюзеляжный люк. Мы спускаемся на воду. Отправляемся за нашими ребятами.
Всего твоих, и они серьезно ранены. Так, летим домой. Аллилуйя, твою мать!